Вань, привет. Здравствуйте. Ваня сегодня бросил мне вызов и сказал то, что провисит на турнике больше меня. О, и Вася здесь. Ха, Вась, привет. 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 Привет, Вась, слушай, у нас тут с Ванькой спор возник. Он сказал то, что провисит на турнике больше меня. Может быть, ты нас рассудишь? Вань. Ну давай. Давай. Вань, значит, правила простые, мы просто прыгаем одновременно на турник, берется секундомер. Вась, у тебя есть секундомер? Сейчас найдем. Давай. Подержите его. Да, правила простые, висим, можно делать все, что угодно на турнике, Вань, а дальше, кто первый спрыгнул, тот и проиграл. Ну что, мы начинаем. Ну что, начали? Время пошло на желтый, да? Так, ребят. Так держит. Ну, сейчас погас. Ну, они ростом одинаково практически. Ровно. Смотри. Разница ровно. Ой, как настроение? Пивка? Он подтягиваться не будет. На самом деле не просто, но. Вот вы сейчас все смеетесь. Думаете, что это все хихоньки. Да нет, нет, я уже точно не думаю, что ты просто. Вань, ну молодец, молодец. Сколько? Ты отчет, отчет. 50. 50 секунд? Да. Мне надо просто подойти все. Надо подбодрить. Да. Понятно. Я не спешу. Ром, привет. Я не спешу. Нет, ребят, тут... Опа. Минута 18. Не, мы продолжаем. Мы продолжаем бой. У меня все раз было? Не говори ничего. Минута 34. Да, Вань, спасибо тебе за соперничество. Зато Иван сегодня 3 гола забил. Талантливый, сильный парень. И он сказал то, что готов провисеть на этом прекрасном турнике без пауз около 4 минут. Александр, привет. Привет. Давай, любишь заниматься на турнике? Ну, да. Давай, один момент. Возьмем таймер. Так. Секундомер. Давай. Пошел. Четыре минуты. Дело в том, что момент того, что кажется, что легко провисеть, это только иллюзия. Ты можешь перехватываться как угодно. Турник полностью в твоем распоряжении. Захотел, подтянулся. Кстати, сегодня с нами гуру подтягивания. Антон, гуру подтягивания. Это Василий. Василий. Это один из идеологов организации «Я патриот Балашихи». Вась, скажи, вот как можно отдыхать на турнике? Александр сейчас висит. Кстати говоря, тем временем 45 секунд. Да. Как лучше отдохнуть? Я что-то слышал про вьетнамские подтягивания, что-то ты говорил об этом. Вот, перехватываться как-то. Как отдыхать можно? Как отдыхать? Вот. Смотри. Саша уже что-то из своего арсенала использует на данный момент. Кстати говоря, висит очень ровно. Минута 10, Александр. Минута 10. Он так провисит. Минута 10. Так, ну, молодец. Вот. Чувствуется то, что парень знаком с турником. Вы видите, да? Техника какая. Очень здорово. Саш, давай, мы верим в тебя. Минута 30. Сдамся. Не-не-не-не-не. Парень боец будет царапаться до конца. Давай. Сколько? Вась, ну пару слов, как все-таки отдыхать? Ты же вот с турничком-то... Ну, про отдыхать я бы сам с удовольствием посмотрел бы на это. Вот смотри, сейчас Саша пытается сделать очень сложный элемент. Я бы на его месте меньше перехватывался бы, да. Меньше перехватываться, экономить силы. Да. Экономить силы, не растрачивать их. Да, так, секундомер остановлен. Минута 53.
Минута 53. Еще раз. Он говорит там, да, сразу? Вот это ролик снимал, ты я сделал. Давай. Вась, ну сегодня я провисел совсем мало. Дело в том, что победа была у меня уже в руках. Да ты. Это не важно. И мы что хотим сказать? Приходи и ты заниматься во двор. Я патриот Балашихи. Я патриот. А ты патриот?